сыграл в ничью с международным мастером. О, Николай, он Дубовик, сыграл так, в ничью что с мы с ним международным играем? мастером и кого-то еще обыграл. Что мы с ним играем? Нифига себе. На обычную схему, это да, кого мы он играем? там обыграл? Кого он обыграл? Он обыграл Андрея Калугу и проиграл мастеру Фиде. Или но в необычную? ничью с международным мастером. И вот нам дают Артема. Не скрою. Одна из причин, по которым Давай мы пришли необычную. Играть этот турнир, это Артем. Потому что мы увидели, ну, нас давно приглашали, мы сначала в первый раз отказались. Так. Но когда мы увидели, что все-таки Артем написал, у нас что необычная играю схема. И стримлю. Нет, играю так самый уверен, сильный что турнир можно. В своей жизни и пытаюсь выжить. Я все-таки решил, ну, что так, надо сыграть. Нельзя. Вот у нас счет 16,5 на 17,5, борьба плотная, но Артем рейтинг поднабрал, 2,118 стал. Это вам не в тапочке гадить. Это рейтинг серьезный. Так. Всем салам алейкум, парни, пишет Ислам. Валейкум ассалам, ему отвечает Руслан. Победа, победа, здорово. Блин, разминка перед суперреваншем. Это дерби. Ты, может быть, не совсем так. Все. Но здесь Артем что-то, мне кажется, наигрывает. Наигрывает. Он сюда, может быть, хочет. Но мы тогда так возьмем, он сюда возьмет. Ну, конь, конечно, неприятный. Можно пойти пешку сбросить. Дубовик наш принципиальный конкурент. А возможно, нужно он что-то потом с ним как-то делать. Протолкнет и сюда накинется. Это тоже очень, очень неприятно. Но у нас проблема всегда в том, конь что у может меня отойти позиция назад. Хуже. Давайте все-таки попробуем согнать. Но Если он не пойдет самый сюда, ударим. А нет, может. Он вот так ходит. Пешку эту мы, наверное, будем отдавать. Если побьет на g4, это будет ошибка, потому что я в промежутке да. с шахом съем сюда. На шах сначала. Мы закроемся конем. Эту пешку мы съедим. Но ему сейчас надо фигуру отыгрывать. Я хотел сказать, что мы e4 где-то пойдем. Но так. Если он сейчас слоном ударит, к сожалению, сюда то не у могу. Нас серж можно будет на связке. Это ничего особенного может не быть, дает. Мы тогда нагло можно с 2-0 уйдем. А, ну я должен слона съесть, ладно. Нет, давайте пока пешку слона отъедим. Слона съесть обязан. Пешку отъедим. Так, что, он может рокироваться? Коточка. Ложитесь, сэр, перед экраном. Может так пойти. Так. Нормальный ход. Куда может, он лезет? Е4 сюда? Или Е3 пойти, может 2-0 пойти. Что если 2-0 действительно нагло сделать? Вот Коля удивлен, он очень долго думает. Это хорошо. Хорошо, что он так думает. Сложно сказать. Но нам надо как-то. Кстати, на подрывы я могу развиться. Просто рокироваться. Но если я пойду сюда, у него какой-то такой есть ход. Эта пешка все равно упадет. И мне еще слона придется убирать. Коля задумался, не видел этого. Он кого-то обыграл. А кого он обыграл? Кого Ладно. Он обыграл? Вот так обнаглею Нет? совсем! Какой-то фидемастер женского он вынес. Да все-таки я просто не понял, рокирует. Что, хвост только видно. Рокирует. Не, мордочку должно быть видно. А, камера съехала. Хочется съесть этого. Я понял. Немножко чтобы она слона была в стороне. Чернопола. Так, ну и Артем бодро берет. Может, конь опять пойти. Дальше это он вроде страшно. Никуда залезть а, не может, фиска, поэтому может нам надо ходить двигать. Так. Пешка Е-то проблемная. И где-то, наверное, Е4. Ага. Тогда у него шах будет какой-то. Но нам, в общем, а надо искать может, размен да? ферзей. Включать слона Все в игру. Хочет отскочить как-то. Толкать пешку вперед и последнего слона выводить. Вот как бы план простой. Все, камеру коту мы настроили. Опять мы дали фору. Ну, но турнир идет 2 часа. Но почему ты начинаешь ну, на 10 минут типа... позже? Так. Вечно с ОБС какие-то проблемы. Заходишь, не видит браузера. Ну, на 15 минут раньше можно же начать. Нет, ну, все кстати, в последний момент начинающий. Да, сижу уже. Так, ну вот это уже можно блин, ударить, он ударит. Неприятен. Потом он ударит сюда, мы ударим ферзем, но он, наверное, вот сюда хочет пробраться, да? Коля правильно все я разрулил так здесь. Так, а что если вот так пойти? Все-таки Е4 возьмет вот сюда, но мы сюда возьмем. Интересная мне кажется, Е4 была. Ходить. Жаль, хотя только... на Е4. У меня времени в 3 раза больше, может шах. Быть, есть шансы, а? Будет какой-то шах неприятный. Так, а что если сейчас конем отойти? Чего он не Давайте ходит попробуем сюда? Сейчас. Правильно, единственный же ход выменить был. Так, этого ферзь ферзя. Висит. Слон пока держит эту если пешку. Если отошел, отходить совсем нет. плохо. Время все куда-то убил.
У меня линия G открытая где-то. Кошак разрешил воспользоваться где? Компом. А если так? Так, ребята, то партия может быть с двойным комментированием, а я развеселился тут. Тим, давай, ложись. Так, шах а, даю. Блин, у меня же вообще ферзь висит. А, он слона хочет взять? Че я творю? Ну, я беру пешкой. Напал на слона. Че я у творю, него висит неизвестно. Ферзь. И висит потому слон, что я две без фигуры. Ладьи целый остаюсь. Единственное, он может сюда ударить, но я тогда ферзя ударю. Если он берет думаю, ферзя, что ферзь не висит. Я беру ферзя, он берет слона, я беру слона. Мне кажется, он перемудрил. Ну что делать? Он берет, я беру. Он берет, я беру. Что делать? Стоп. И у нас лишняя ладья ну да, чистая. Без ладьи. Красава, и чё? Он подкрепляет. Так, ну я пойду сюда, и потом просто вот так, если ладья на линию H... На этом мы игру ну, практически заканчиваем. Конечно, еще тут борьба есть, однозначно. Так. Потому что у меня мало времени, я могу зевнуть. Ну, вот, но мы постараемся дело довести ну, до мы победы. С добавкой играем тут. Как ты не срубишь же. Дело довести. Так, ладья здесь уже пешку не надо держать. Надо уже идти вперед. Так, конь. А давайте ударим. Меньше он скинул фигур, фигуру. Меньше проблем. Фигуру скинул хорошо. Особенно в нашем случае. Это мы приветствуем. Так, ну я здесь опять вернулся. Пешку как он будет так защищать? Сюда ладьей пойти нельзя. Так, у меня 3 секунды. Это плохо. Но добавка есть, но какой-нибудь неожиданный ход может меня выбить из колеи. Пока так. Сюда, вот начинаются проблемы. Ну, шажок профилактический, да? И пешки жрать. И чё? Сюда пойдет сейчас, ну зачем? Неприятное. Зачем это давать контр-игру-то, блин? На 3 секундах сидишь, играешь. Какие да подожди, Тим. Взял. Пешку сюда. Какую-то. Так, назад. Пока так. Блин. Сюда. Приходится бить. А-а-а. Ну, ну ты, конечно, в так шоу устраиваешь тут. Тим, не вижу. Подожди, Тим. Тим, подожди. Ну он выиграет это с добавкой, блин. А что он сделал? Ай. Ну, здесь хотя бы так. Шажок профилактический. Так, ну Артём вчера смотрел наш стрим и знает, что мы паты любим ставить. Ну не сегодня, Артём, извини. Победа! Да, вот самое плохое играть. Тим, ну вот куда ты пошел? Иди сюда, вернись. Куда ты прям во время, когда 3 секунды, 3 секунды, он, ты да, встаешь перед он же экраном, не сдается, ты когда начинаешь у меня была лишняя вот вода. Так почему вот я делать, должен Тим, сдаваться? Ну игра же идет. С Артемом, это принципиально, это дерби. Так, пока пауза техническая. Как сейчас модно говорить. Сейчас мы анализ ну, сделаем. Тим, ну зачем тебе это было нужно? Ну за сколько? Ну очевидно, что я получил плохо по дебюту. По дебюту я говорю. Хотя тут допустимо. Тройное комментирование. Нет, тут уже нельзя было бить. Блин, мог на ничью заскочить. Смотрите, тут была ничья. Да, Артём встал на паузу. Но партия ну, мог же королем была, съесть. Некорректно он пожертвовал, надо будет продублировать. И мы играем ну, против ЦМ Артёма 64. Артём идет на первом месте, так, у него 19 очков. Так, сейчас маленькая пауза, совсем водички возьму, через всех минуту продолжим. Это фраза от Мурада Такси, да? Еха! Или нет? Я правильно понял?